Представительницы спортивной гимнастики разыграли награды первенства Чувашии в гимнастическом многоборье. В составе судейского корпуса мастерство своих юных коллег оценивала мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Полина Федорова. Чем сегодня занята призер чемпионата мира и победительница летней универсиады, узнал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Лидер сборной Чувашии по спортивной гимнастике еще не сказала большому спорту «до свидания». Хотя у магистранта Чувашского госуниверситета времени для профессионального занятия спортивной гимнастикой остается все меньше. Помимо учебы и плановых занятий, Полина работает помощником тренера у своего наставника Ирины Николаевой. Так что вопрос о восходящих звездочках Чувашской школы спортивной гимнастики ее врасплох не застал. В нашей школе подрастает очень сильное, способное поколение. Сейчас у нас двое. Это Даша Белоусова и Лена Герасимова. Молодежной сборной России состоят, ездят на сборы. Также у нас есть Настя Яковлева, которая уже мастер спорта. Она достойно выступает. И много маленьких еще деток, которые также подрастают и будут прославлять нашу республику в будущем. В числе тех, кого на соревнованиях опекал новоявленный тренер, была второразрядница Катя Леонтьева. За плечами 10-летней гимнастки уже 5 лет занятий, есть и первые большие успехи. На завершившемся недавно Пензенской области первенстве по Волжье четвероклассница 43-й столичной школы завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке. На нынешнем первенстве республики ученицы тренерского тандема Ирины Николаевой и Полины Федоровой шла в числе лидеров, выступавших по программе второго взрослого разряда. Однако избежать ошибок Кате не удалось. Коварным оказалось гимнастическое бревно. В итоге четвертое место. Звездочка для меня – это Полина Федорова. Я хочу стать, как она. Я уже в молодежной сборной, и мы с девчонками готовимся на Россию. Там я хочу занять призовые места. Для чего? Чтобы идти дальше и дальше. Ты видишь себя в большой гимнастике? Да. А вот старшей подруге Екатерины по сборной республики Каролина Шелленберг, Екатерина Андреева, Анастасия Яковлева подтвердили класс, завоевав первые места в своих категориях. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.